Hi guys, welcome back to Junris Blogger Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет и спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is an overview of the Russian airbase Himmim in Syria, plus reaction of the foreigners. Oh my god, I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video to tablet for memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And you put some comments and suggestions related to this video or any Russian videos, artists that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Привет to you all, guys. Wow. Thank you so much for this video. Шоу Калашниковой. Военные секреты России с Анной Книшенко. Добро пожаловать в новый эпизод шоу Калашниковой. 30 сентября 2015 года наша съемочная группа прилетела сюда, в Латакию, для того, чтобы заснять вот эту вот российскую военную операцию в Сирии. И в то время мы были одними из первых журналистов вообще в мире, которые посетили авиабазу Хмеймим. И теперь мы вернулись. И в этот раз мы здесь для шоу Калашниковой, для того, чтобы увидеть, в каком состоянии это военная база сейчас и что изменилось за последние 5 лет. Добро пожаловать в наш специальный репортаж Калашникова в Сирии. Вау. Когда-то это был небольшой гражданский аэродром, но 5 лет назад это место стало известным во всем мире. Когда Россия начала свою военную операцию, боевые самолеты и вертолеты поднимались с этого аэропорта на свои военные миссии 24 часа в сутки. И с развитием ситуации этой авиабазе также понадобились разнообразные инфраструктурные изменения. И в рекордное время она стала одной из самых защищенных военных баз в мире, просто как произведение военного искусства. И теперь мы здесь осмотримся. Российская авиация продолжает вести дежурство, а также постоянно наносит авиаудары по позициям террористов. Последние несколько лет ситуация на этой территории стабилизировалась, и типы миссий немножко изменились. Например, на сегодняшний день пилоты здесь больше занимаются тренировками, чем именно боевыми вылетами. И несмотря на это, каждый истребитель всегда готов к бою. Например, вот эти вот Су-35 истребители идеально подготовлены для боевой миссии. В любое время. Эти истребители были разработаны, буквально созданы для того, чтобы доминировать в небе. Су-35 были здесь с первых дней функционирования этой базы. На авиабазе Хмеймим всегда находятся разные типы военной авиации. Например, вот этот вот Су-24, бомбардировщик, а также истребители МиГ-29. Bomber, wow. These are like so fast, so advanced. Crazy mind blowing. Обновленный Су-24 используется для боевых вылетов с вот этого аэродрома с 2015 года и до сих пор находится на службе. Команду самолета составляют 2 пилота. Максимальная скорость этого самолета 2240 км в час. Су-24 несет на себе ракеты воздух-воздух, а также воздух-земля, а также несколько типов бомб. Nice. Very well designed. Nice. Like, I like the color also. Этот боевой самолет дежурит в Хмеймиме с первого дня вот этой российской военной операции. Вот этот Су-34 уникальный военный экспонат разноцелевого назначения. Он объединяет в себе характеристики бомбардировщика, истребителя, а также самолета поддержки.
goodness. Су-34 настолько мощный и маневренный, может поражать скрытые цели и на воде, и на земле, а также выигрывать воздушные дуэли. До того, как мы отправляемся на наше задание, мы обследуем весь самолет, убедиться, что он готов для выполнения задач. Мы должны проверить и убедиться, что каждая система полностью функционирует. А также таким образом мы говорим: «Привет, мой боевой друг». Для нас она как живая. Это наша боевая подруга, которой мы доверяем. Авиабаза Хмеймим – одна из самых защищенных военных баз в мире вообще. Она защищается российской системой противовоздушной обороны комплексами С-400. Без сомнения, настоящий хозяин неба здесь. А также здесь есть разные другие защитные системы. Система «Панцир», а также система «Тор» созданы для нейтрализации возможных воздушных угроз, включая воздушные дроны. На этом боевом посту, конечно, нелегко, особенно из-за климата, а также высоких температур. Эти условия тяжелы не только для людей, но и для орудий. Но, тем не менее, все наши системы полностью готовы к бою, вне зависимости от погодных условий или времени дня. Для солдат и офицеров, конечно, долгие подобные дежурства довольно утомительны, но есть приятные обстоятельства. Мы всегда находимся на связи с нашими семьями в России. И мы вернулись на авиабазу Хмеймим после нескольких лет последнего нашего визита. И, откровенно говоря, место очень сильно изменилось. Теперь это как небольшой городок с улицами и кафе. Здесь даже есть тренажерный зал, церковь. Некоторые улицы в этом городке названы в честь российских пилотов, которые погибли, выполняя свой долг. И сегодня мы покажем вам, какова эта военная база внутри. У нас огромное количество вопросов. Какова жизнь для людей, которые здесь служат? Что они едят? Давайте узнаем, они едят сирийскую еду или все-таки придерживаются русской кухни? Здравствуйте, нравится вам сирийская кухня? Вы вообще ее пробовали? Ну, честно говоря, сирийскую я пока толком не пробовал. Вот здесь у нас в столовой всегда подается еда из русской кухни. И они нам тут готовят что угодно, абсолютно разные блюда, но всегда очень много овощей и фруктов. На авиабазе Хмеймим служат не только мужчины. Конечно же, здесь еще служат женщины, но их, правда, немного. Большинство из них работают в военном госпитале. Мы выбрали службу в армии для того, чтобы преодолеть огромное количество препятствий. Да, здесь, конечно, довольно тяжелый климат, но у нас здесь везде кондиционеры. Они очень помогают, знаете ли. И как бы там ни было, девушки будут девушками, даже когда мы служим. Вот нам, например, даже немножко разрешают использовать макияж. Русские традиции прямо оживают здесь, на базе Хмеймим. Когда отмечаются национальные праздники. Вот, например, каждый год 9 мая здесь проводят военный парад. И сейчас у нас есть потрясающая возможность полетать на военном вертолете и посмотреть этот парад с высоты птичьего полета. Wow. She got to experience this amazing tour in that area. День Победы, без сомнений, священный праздник для всех русских и мужчин и женщин. И вот здесь, на сирийской земле, далеко от родины, этот парад имеет особую ценность. So nice.
how amazing is this. Да, условия вроде бы классные, но, конечно, работа невероятно опасная для настоящих бойцов. Честь и хвала нашим ребятам, которые там. А мы переходим к комментариям иностранцев. Огромная благодарность России, что вытерла ИГИЛ из Сирии. С любовью и уважением из Индии. Дальше. Девушки будут оставаться девушками, даже когда служат. Храни ты, Господь, Россию. Ну да, они там у себя привыкли, что во время службы можно пол поменять, а потом обратно. И что там останется от девушки? Он у них в главных медицинских журналах рекомендует заменить слово «девушка» или «женщина» на слова «тело», извините, с вагиной. Я даже не поверил, перечитал. Интересно, как у них ребят называют? Тело с хреном? Слава богу, я живу в России. Переходим к следующему комментарию. Спасибо тебе, Россия, за спасение наших душ здесь, в Сирии. Я живу рядом с этой базой. Я вижу, как эти истребители взлетают каждый день. Если бы русские не пришли сюда нас защитить, моя голова и головы моих родственников, скорее всего, были бы просто отрезаны за этими террористами, которых поддерживают американцы. Следующий комментарий. Я вот помню, когда первый самолет приземлился на этой авиабазе, эксперты из США, Великобритании, вот из их средств массовой информации прыгали там и кричали: это еще один Афганистан, в скобочках. Теперь интересно, для кого это Афганистан? Дальше. И как одна авиабаза вообще ничего не изменит? И как много наземных войск Россия будет вводить в Сирию? И вот как это все развернулось. Россия малыми силами взяла и сделала дело. Тем временем, как Америка с их экспертами и супер-пупер оружием обгадились и покинули Афганистан без достижения вообще каких-либо целей. Следующий комментарий. Уважение и любовь России из Шри-Ланки. И последний комментарий. Наконец-то Россия преуспела и принесла мир в Сирию. Эта страна мультинациональная и в религиозном плане тоже очень разнообразна. На нее нападали и турки, и саудиты, и французы, и США, и другие. Это был просто кошмар, который сейчас уходит. Спасибо за это, Россия. Да, вот так вот. Друзья, я хотел бы поблагодарить несколько человек, которые недавно поддержали канал. Огромное спасибо Константину Коробкову, он стал спонсором канала. А также благодарен Дмитрию Сергеевичу. Огромное спасибо Сергею Генриховичу и Егору Владимировичу. Друзья, спасибо вам за поддержку. Это действительно мотивирует делать новые интересные видео для вас. А следующее видео выйдет послезавтра. Не пропадайте, берегите себя. Всего вам самого доброго. Вау. This is an amazing video. Like, we are lucky to see and go in that beautiful and amazing airbase that was airbase for Russia, based in Syria, and that's incredible. And there are a lot of people, like especially the Syrian, giving thankful to the Russian that he stayed in there and protect in their country, and that's amazing. And the reporters also and the journalists was very lucky to experience and see and go inside in that airbase, and that's amazing. I really want to experience also. And the design of the SU-34 was fantastic and so phenomenal. Oh my God, this is like an amazing video to represent how Russian is very great and good with their, especially with their like fighter jets and all their artilleries and their weapons. And it's fantastic. I enjoyed watching with the same as this video. And thank you so much, Tablet for Memory, for putting like this amazing and incredible video, such an interesting one to learn and to see this one. Wow, fantastic. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junis Vlogadag React saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to all Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, guys. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.